$1 900 000 на первом этапе инвестирования. Аргентинский биткоин-стартап Ripio, дочерняя компания BitPegas, привлек средства для инвесторов, включая Хьюинь блокчейн Вентура. Представитель Ripio Хуан Мендес сказал CoinDesk: «BitPegas — это бренд, который был слишком связан с торговлей и обработками B2B-платежей. И нам нужен новый бренд, который соответствует новой миссии лучше всего». Компания планирует привлечь дополнительные $400 000 в финансировании в течение следующих 90 дней через AngelList, в результате чего общий объем финансирования достигнет $2 300 000 США.